Овен. По всей видимости, сегодня вам сложно будет собраться с мыслями и приступить к новым делам. Поэтому постарайтесь с максимальным усердием закончить ту работу, которая давно уже требовала завершения. Так вы сможете расчистить пространство для новых проектов. Телец. Несмотря на то, что сегодня многие из вас будут достаточно активны и станут пребывать в бодром расположении духа, обстоятельства иной раз могут оказаться сильнее вас. Близнецы. Для большинства из вас день должен удастся на славу, и лишь у близнецов конца знака картина окружающего мира может подернуться туманом. Остается попытаться смотреть на все и всех сквозь пальцы и не загружать себя лишними эмоциями. Рак. День хоть и очень хлопотный, но тем не менее в большинстве своем у вас получится сделать все, что вы задумали. Главное – не лениться и не разбрасываться. Лев. Тех, кто родился в августе, ждут благоприятные события и хорошие встречи. Ну а проявив активность, вы скинете с плеч давнишние дела и почувствуете огромное облегчение. И вдвойне приятно, что сможете это сделать накануне Нового года. Дева. Сегодня весьма продуктивно у многих из вас пойдет работа, требующая изобретательности и творческих усилий, потому что вы ощутите ясность мыслей и прилив свежих идей. Весы. Сегодняшний день наверняка порадует многих из вас. Планы и контакты будут даваться легко. События складываться как нельзя лучше. Постарайтесь извлечь из этого максимальную пользу для себя. Скорпион. Сегодня приятные неожиданности станут просто преследовать многих из вас. Вы же, в свою очередь, постарайтесь не упустить то, что само идет в руки. Активизируйте свою фантазию и предприимчивость. Стрелец. Сегодня неплохо было бы откорректировать план действий на следующий год. Пристально изучите все возможные варианты, способствующие вашему продвижению вперед и освоению новых территорий. Козерог. Вы хорошо потрудились в текущем году, и сегодняшнее наступившее затишье в личной жизни можно посвятить тому, чтобы избавиться от неэффективных мыслей, которые мешали вашему продвижению вперед. Водолей. Желание сделать свою жизнь более интересной и творческой заставит вас сегодня предпринять шаги, которые со стороны могут показаться ошибочными. Однако вы сумеете любому доказать свою состоятельность и сможете во весь голос заявить о своих возможностях. Февральские рыбы будут активны, удачливы и дружелюбны. Видимо, поэтому в общении с коллегами и друзьями вы даже можете прослыть человеком широкого кругозора и тонкого ума, дав пару-тройку дельных советов кому-то из окружающих вас.